Всем привет, ребят. Со своей едем смотреть сейчас. Человек позвонил, мотороллер продает, Вятка. Говорит, состояние не очень, посмотрим, или говорит, на это, на запчасти, либо на металлолом там. Посмотрим, что вообще за мотороллер. По-моему, 250, Вятка 250, он сказал. Че, скажи привет всем. Всем привет. Че, ребят, смотрите, надеюсь, будет интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это нас мотивирует продолжать дальше снимать. Так что давайте, всем приятного дня. Фига тут особняки. А? Люстра тебе, пожалуйста, валяется, да? Это подсвечник, бра. Оставь. Ох, раритетище. Да. Стоит она лет, наверное, 20. Конечно, это все заржавело. Вятку за 5 тысяч. У меня документов уже ничего нет, она списана, все. Мотор-то там? Там. Ну, откроем давайте. Внизу. Ага, снимай ее. Седло снимай. Вот эти вот. Не видно. Да не, не, пусть так и будет. Вот это вот, отверни. Ну, еще даже бензин плескается. Отверни вот это, все, она снимется. Я вижу все. Я на ней ездил, ездил, в общем, лет 20. Ну как ездил? Ездил, больше она стояла, чем ездил. Тиски не продаете? Тиски это. Ну, жалко, что ты ее тут-то кинул. Жалко, что тут-то кинул, подгнила, говорю. Ну, наверное, немножко есть, все там. 66-го года, 40 лет, наверное. Крыло уже все, все гнилое. Тут все сгнило. Сын у меня тут как-то... Нет, завел ее. Поехал, проехал, да, вот у меня что-то тут затречало. Впереди и все бросило. И все. И до сих пор я до нее не дотрагивался. Так, сколько денег-то хотите? Это уж ты давай... Давай, давай, давай. Извини, ты продаешь, извини. Ну, у вас опыт-то есть. Ты продаешь. Значит, стоило на свое время в 56-м году 270 рублей. Если даже металлом, давай так не будем тут рассуждать. Значит, 220 килограмм. Я знаю. Но это общий вес. Общий, 270 килограммов. Ну сколько денег ты хочешь? Да не знаю. Я ведь не пытался его продавать и ни с кем не разговаривал. Надо, приехал, вот, бери. У вас вот, глаз-то наметан. Я запрошу, значит, 5 тысяч, ты скажешь, ты что, дурак, с ума сошел? Половину даю от 5 тысяч. Давай. Так. Сейчас как-то его еще выгрузить надо. На 200 килограмм то даже не похоже, блин. Эй, спидометр до 120. Да, блин, хреново, что он, конечно, ключ-то не дал. Держу. Закидывай их туда, я их выбрасывать буду. Ой, Андрюх, спасибо тебе, громадное вообще. Так, а как он вообще ставится-то? У него подножка есть, нет? Нет, это не то. Так, у него, блин. А, во! Сразу начал газа, так обидно аж прямо.
Вот это раритет. Интересно, заведу я его. Вообще. Вот это тачка. Ну что, мы его привезли домой? Со всех сторон хоть показать. Вот вятка нехромированная. Что-то у нас сегодня солнышка нету. Слушай, резина-то неплохая еще, Андрюх. Да. Вообще но прям. Просто она прелая и не прелая. Не, нифига не прелая. Огонь. О, год, 1967 год, мотор. Надо будет снять цилиндр, попробовать залить маслице туда и попробовать движок крутануть. Надо вот эту вот фигню все снимать. Андрюх, спасибо огромное. Давай, спасибо. Андрюх. Что, давай сейчас, наверное, буду. Выставлю его, наверное, на продажу сразу. Ну что, мы решили все-таки его поставить на продажу, так как восстанавливать его, я так думаю, нецелесообразно. Во-первых, на него нет документов. Во-вторых, например, нужно восстановить все тросики, а их тут целых 6, потому что здесь все идет, например, даже переключение передач. Это тросиковая система. Вот на этой ручке, с левой стороны. Дальше, нет катушки зажигания, нет блока зажигания. Ну, я не знаю, как он там, коммутатор называется. По сути, все остальное есть. А, еще хозяин вчера, когда разговаривали, я, говорит, найду ключ зажигания, только купи, короче. Как приехали, загрузили в машину, я говорю, что с ключом-то, где ключ зажигания? Сразу все начал там. Типа нету, нифига ничего. В общем, восстанавливать его, наверное, мы скорее всего не будем. Ну, посмотрим. Поставили мы его за, так, за 5000 рублей. Также можем отправить в любой регион России и транспортной компании. Сделал я вот такие вот фотки. Интернет говно. Плохо вообще грузит. Вот такие фотографии сделал, в общем. Ну, техника интересная. Конечно, хотелось бы его там завести, попробовать. Но я для себя не вижу смысла вкладывать в него больше денег, чем уже вложили. То есть мы его купили за 2500. И, ну, сосед Андрюха помог там его привезти. У него этот Volkswagen. Как бы бесплатно. Ну, в любом случае. Такие мотороллеры есть на ходу, продаю там за десятку. А если его полностью все-таки привести в порядок, я думаю, что не меньше там, десятки-то это точно. Это только просто он будет на ходу. Так что как-то так, ребят. Ладно, всем пока, всем мир. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи!